представляем небольшое интервью. Владимир Семипядный, Молдавия. Многократный чемпион Молдавии. Второй раз участник фестиваля настольного тенниса в Албене, Болгария. Расскажите что-нибудь, Владимир. Ну, в прошлом году я принимал участие впервые в этом фестивале в категории 40-49. Занял второе место, проиграл вашему соотечественнику Ивану Ледневу. В этом году я перешел в категорию 50 и плюс. Занял первое место. Опять же встречался в финале с, я так понимаю, известным российским спортсменом, ветераном Григорием Парсеговым. Много про него слышал, но непосредственно с ним встречался впервые. Хотя слышал еще по советским временам, он играл с более взрослыми нашими ветеранами из Молдовы. То есть мы относительно заочно знакомы были с ним. О соревнованиях могу сказать, что это фестиваль, конечно. Он, с одной стороны, фестиваль, с другой стороны, по количеству сильных спортсменов, которые в нем принимают участие, его можно смело назвать очень представительным международным турниром. Буквально во всех возрастных категориях, которых много, играли спортсмены и любители, и, будем говорить, мастера спорта, довольно действующие. Я уже не говорю про турнир Open, в котором просто играет вся сборная Болгарии, очень много сильных и россиян, и молодых ребят с Украины, румыны очень сильные. Вот в финале, мы знаем, будет играть болгарин сильный, да, с румынским спортсменом. Второе место в Румынии занимает после Филимона казак. 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 Очень сильный спортсмен, и, то есть довольно представительное соревнование. И если, конечно, учесть, что эти соревнования проходят в Албене, это известный курорт в Болгарии, и буквально в 100 метрах от зала находится теплое Черное море, то, да, конечно, это располагает к тому, чтобы сюда приезжать и принимать участие в этих соревнованиях. Да, обстановка очень дружественная, от себя хочу добавить, и погода способствует, проходит турнир конец июля, уже 13-й раз проходит. Народу все больше и больше. Очень много детей. В один из дней проводили соревнования среди детей. Зал был переполнен, наверное, человек 100-150 только детей. Угу. В прошлом году их было даже, по-моему, меньше. Меньше, каждый раз турнир. Сейчас увеличить. Порядка 400 участников всего общее. Это очень, очень хорошая цифра. И условия проведения соревнований очень хорошие, комфортабельный зал на 16 столов. С кондиционированием. Зал кондиционированный, то есть очень комфортно играть, очень комфортно. Новое оборудование в зале, столы Андера 28 или 25, очень хорошие новые. И ТТФ, да. Да, официальные столы, международные. Мячики выдают мячи тоже, да. Судьи на столах. Организация очень хорошая, все строго по расписанию. Я думаю, что все, кто сюда приезжает, должны быть довольны. Ну, то, что я приезжаю сюда пятый раз, и я вижу, что люди, те, которые были здесь, они возвращаются сюда и совмещают отдых с любимой игрой в настольный теннис. На следующий год вы, наверное, тоже опять приедете, если приеду, будет возможность. Приеду обязательно. Это, конечно, возможность. Мы, конечно, участвуем в соревнованиях, кроме, скажем так, того места, где находится море. Но сюда есть возможность приехать, во-первых, с семьей, с друзьями. Даже те, кто не играет, вот у меня сестра из Москвы вместе со мной приехала. Хороший детский отдых. Отлично. Очень много детей. Для всех. И для детей, и для женщин, и для самих спортсменов. То есть все очень комфортабельно расположено. Довольно хорошие гостиницы. Я считаю, что соотношение цена-качество очень хорошее. Вот. Все понимают русский язык, скажем так. Да, проблемы с общением нет никакой. Проблем с общением вообще нет. Да. Прекрасное питание. По соревнованиям, конечно, очень хорошо. Соревнования идут 5 дней в общей сложности. То есть есть возможность и отдохнуть, и поиграть, и потренироваться. Да. Зал открыт буквально с утра до позднего вечера. Ну, я бы сказал так, все располагает для того, чтобы сюда приезжать каждый год. Хорошо, спасибо большое, Владимир. Пожалуйста.